В Чебоксарах продолжают реализовывать программу капитального ремонта домов. До конца года необходимо завершить работы по 19 адресам. Как зданиям советского прошлого придают новое дыхание, сегодня увидели мои коллеги. Этот жилой дом был построен полвека назад. Его старожилы говорят, что за многие годы здесь проводили только плановый ремонт. Меняли проводку и красили стены. За все это время крыша здания прохудилась. Жильцы верхних этажей рассказывают, что во время обильных дождей в их квартирах настоящий потоп. Ведро поставил, тазик поставил. И это выливало еще раз. Сильно текла, в общем. Где? Вот, в углу кухни и зале. Ой, мучилась, то ремонт. Потом ремонт делали так же. Сейчас нет, хорошо. Но заливало очень, прям вообще невозможно было. Заливало очень. Невозможно жить, все, тазики ставили. Специалисты исследовали кровлю и сделали вывод, ее необходимо полностью менять. Из-за дождей на шифере появились большие трещины. Демонтировать старый материал рабочие начали 2 недели назад. Но отремонтировать крышу они обещают даже раньше намеченного срока, уже через 2 дня. Ремонт крыши здесь проводят поэтапно. Сначала меняют перегнившие деревянные перекрытия, а уже потом меняют саму кровлю. Здесь вместо старого шифера укладывают более прочный профнастил. Такой материал прослужит около 50 лет. Всего же в этом году в столице республики капитального ремонта дождутся более 30 домов. Где-то поменяют кровлю, где-то коммуникации, а где-то лифты. Какие работы необходимо провести, определяют сами жильцы. Но в Чебоксарах еще остались дома, которые требуют комплексного ремонта. Программой определяется необходимый вид работы. Выявляются непосредственно и жилинспекции, и управляющими компаниями, какой вид работы необходимо произвести в данном доме. Допустим, Гагарина 12, там было необходимо и обшить балконы, заменить металлическую конструкцию, и фасадную часть, и кровлю. Сделали постепенно. Сначала прошли аукционы по балконам, потом сейчас ведется ремонт фасада и кровли. В следующем году муниципальная программа капитального ремонта продолжится. В Чебоксарах на очереди еще почти 40 домов. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.